Друзья, всем привет! Всех уже с наступившим Новым годом! Счастья! Ну, счастья, я же говорю, здоровье самое главное. Здоровье всем! И будет и счастье, и все остальное. Короче, с Новым годом всех! Ну что, друзья, все началось опять. У нас как будто и не было Нового года. Это 1 числа мы просто вообще ничего не делали. Пришли утром, управились там, ну, утром бегом, если все готово. 1 числа так и было, 10-15 минут. Всем быстро подавали вместе с Катей. Покормили, проверили. Печку сейчас не топлю, потому что здесь тепло в сарае. На улице там плюс 4. Ну и отдыхать. Вечером точно так же. Сегодня уже утром пришли, так уже тут то это, то... 5-е, то 10-е, ну как обычно. А вечером уже вот уже, видите, я аж вспотел. Потрудились так на славу 2 числа. Ну а что, и дальше будем продолжать следить, как оно, что за чернухой с рыжухой. Еще эту, друзья, там писали, сказали стукнуть яичко. Не знаю, правильно, неправильно. Стукнули ей яичко. Вот такую ей пока мездосточку положил. Водичка, молочко и кашка. И яичко положили. Не знаю, что она будет есть. Вот она, Фурия. Друзья, там многие писали назвать. Мы уже ее назвали Фурия. Она уже, видите, дается как бы погладить, привыкает. Я думаю, все будет нормально. Привыкнет. Фурия. Фурия как в мультику. Ночная Фурия. Из драконов. Как приручить дракона. Вот и мы приручаем такую дракончу нашу. Да, ночная Фурия. Такая красивая-красивая кошечка. Все, не свечу в глаза. Ну, на выбор. Что захочет, то пускай и кушает. Это там написали, что яичко, что она привыкнет. Не знаю для чего. Ну, мы положили, у нас есть. Так что, я думаю, она привыкнет. Да, Фурия, все будет отлично. Эти, друзья, Квитулька начала мычать. Квитулечка, там писали, что я не подхожу. Я подхожу и к этой баранке. Да, вот такая моя баранка, бодайся. Ох, забодала меня Снежка. Просто это стоит на проходе, друзья. Поэтому ей больше внимания. И она такая была изначально маленькая, Квитулечка. Это Снежка. Не знаю, я думаю, туда-сюда. В феврале их будем случать, пробовать. Эти неизвестно, за них не хочу говорить, не знаю, что с ними делать, друзья. Уже такие два танка, а ничего, вот сколько дней, захожу каждый день, два раза минимум я захожу, сажусь на них. Квитулечка, что ты хочешь, пообниматься? Гляньте какая, ты фонарик мой съешь, хорош, все. Не знаю, что будем с ними делать, друзья. Кушают хорошо, но пока месть неизвестна. С толком или без толку. Ну толк-то будет, просто мы что хотим случить их, друзья. Чтобы поросятки были, и они бы жили бы тогда. Я там знаю, ну, больше, чем обычные свиньи. А так, не знаю. Ну, будем ждать. Еще подождем. Матильда опять напускала, как обычно. Такая свинюка. Хотел сегодня почистить, думаю, не буду. Еще такое, ну, не сильно еще вошел в кураж по работе. Поподсыпал всем соломки. Так, понемножку. Семки. Ну, Сема тоже все повылизывал. Все, ну, у него сухо. Вот этих, я не знаю, там писали... Что белка, у них выше уровень, чем у белки. То есть это наоборот, от них может до белки бежать. Не только у них. Вот такой вот этот уклон одинаковый, что у него, что у Матильды, что у них и что у чернухи с рыжухой. Но мокро у них только, у обоих. И главное, что самое интересное, по всему станку. Не знаю, с чем это связано.
Воду лил я вот пару дней им по полбутылки. Бесполезно. Катаются, в паровозика играются. Да. Вот то они, видите, помните, я говорил, что... Опа, Фунтик покатался, потом Вася. По очереди они катаются. Ну, они веселенькие. Нормально. А, друзья. Сейчас. А-тя-тя, а-тя-тя, Вася, а-тя-тя. А-тя-тя. Маленький, он тоже... Я вспоминал вот это за него маленький. Он же был самый маленький все время. Самый маленький. Вот такой. Вася 300 грамм. И этот. И он постоянно за свою сиську дрался такой. Я еще там видео у меня есть, по-моему. Что я говорил видео, я вспомнил. Что говорю, Вася самый маленький, но в обиду себя не даст. Он дрался со всеми. Паразит такой. Гляньте какой. Вот он. А-тя-тя. Выпрыгнуть хочет. Василечек. Васечек, Василечек. Вот такие вот пирожочки. Молодец, молодец. Вот, Фунтик катается. А, вот это да, я же говорю, что Фунтик его копытом подер. Хотя они обои холостые. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Семен. Друзья, вот, смотрите, это я, влажность, правда, высоковатая, ну, я думаю, ничего страшного, завтра с утра протоплю. А так 10 градусов, то есть я считаю, что это, ну, для моего пока сарая, для моих возможностей, это тепло в сарае. Даже без печки, друзья. Ну, козы здесь, как обычно, милочка. Все, сено кушают, нравится им сено. Которого брат дал. Тихон сам по себе он тут живет. Неизвестный зверь. Мы вот это с братом разговаривали. И мы так думаем. Мы его взяли. 3 часа. Он только родился или окатился. Как мне правильно назвать, не знаю. И мы поехали. Эта женщина нам позвонила сразу. Она их всех убирала сразу. Я попросил, говорю, оставьте, если будет козелик. Она говорит, ну она нам 2 дала, говорит, только не на мясо. Ну типа жалко, я не знаю. Сама рубает, говорит, типа не на мясо. И дала нам 2. 3 часа им где-то было. И этот. И литру всего-навсего дала вот этого молозива. Ну, молозива им хотя бы неделю надо попить. Молоко-то у нас было, мы давали молоко. Нормально, они пили все, но непонятный зверь, видите, друзья. Неизвестно. Ну, подержим его до весны, посмотрим, что это за зверь такой получится. Пока не будем его еще никуда девать, пускай побудет. Так, эти тут копают, перекопали все. Ну, как обычно, то правильно писали, надо будет их в аренду сдавать. Огороды перепахивать весной. Осталось немножко, 2 месяца и все. Я думаю, в марте у нас такие люди есть. Уже в марте выходят на огород с граблями. Гребут все, скребут. И будем выгонять этих зверюшек. Ну, это я шучу, друзья. Ну, сейчас. Еще, друзья. Сейчас. За этого архаровца. Многие там пишут. Я всем отвечаю. Друзья. Козел это не наш козел, мы его взяли как бы в аренду. Ну, я хорошо с этим пацаном дружу, попросил у него. У меня в прошлом году был козел, я ему давал безвозмездно. Он мне в этом году дал, он его купил в таком состоянии, друзья. И как только я его забрал, он не умеет обстригать. Как только я его забрал себе, ну, на время... Юрец говорит, ты умеешь стричь? Я говорю, да, умею, но у меня нету, друзья. Ну что вы, у меня нету ножниц специальных. Такие копыта я не смогу, я не такой специалист, прям там сверх высшей марки. Я умею, да, я смогу постричь, но нормальными ножницами. Те ножницы, которые у меня есть, я ними не смогу его постричь. Борода, может, ему и бороду подстрижем. Все, сделаем его. Он еще, друзья, он еще будет у нас жить. Пойдемте, я сейчас вам покажу кое-что.
Милка, вспомните, какая Милка к нам приехала. Тоже у нее копыта были ужасные. Гляньте. Я ей все сделал аккуратненько, четенько. Вот сейчас туда-сюда я им скоро буду стричь все. Ну, Юрец принесет ножницы, я и своим сделаю. Тихо, тихо, ты что? Гляньте, копыта все четенькие. Мне тоже его жалко, ну, друзья, он жил, это можно там говорить, вы там писали некоторые, что мы там изверги, издеваемся над животным. Мы не издеваемся, он уже к нам такой приехал. Юрец его таким купил. Если кто-то издевался над ним, то это самые первые хозяева. Друзья, вот у меня, смотрите, вот такие вот ножницы есть по жестянке. Они не стригут, я пробовал. Они не стригут, они вот так вот разлазятся, то есть они не стригут. Болгарка мне писали, у меня есть вот такая, самая маленькая, 180-ка. Может, если бы у меня была бы 125-я, вон она сломалась. Может бы я ему сделал. И у меня большая, вон она, 230-я. Все, своим козам я делаю вот этими кусачками. Вот, потому что ножницы пока я еще не могу себе купить. Они дорогие. Поэтому я купил вот такие вот за 80 гривен кусачки. И ними я кусаю своим. Ему я не смогу этими сделать. Поэтому я и жду, друзья. Но мы ему обязательно сделаем, настроим. Он будет скакать, как этот, как горный козелик. Так что такие, друзья, дела. Вы там сильно не переживайте. Все будет отлично. Не все сразу. Москва тоже не за один день построилась. Поэтому вот такие вот, друзья, дела. Ну, что я вам могу сказать? Все нормально. Еще раз всех с Новым годом. Здоровья всем. Хорошего настроения обязательно в этом году. И чтобы у всех все получалось, как они хотят. Все, друзья, всем огромное спасибо. Пишите комментарии обязательно. Ставьте лайки. Всем пока.